Одинцовский округ – один из подмосковных муниципалитетов, лидеров по количеству строящихся дорог. Главгостройнадзор держит на контроле ход строительства и реконструкции 37 объектов дорожной инфраструктуры в Подмосковье. По словам руководителя ведомства Артура Гарибяна, за первую половину года заключения о соответствии получили 9 дорожных объектов. Среди них новый выход на МКАД в Одинцове.